Здравствуйте, меня зовут Мамонов Иван, мне 44 года, то есть я родился в 78 году прошлого века. Я актер театра «Школа современной пьесы» под руководством Рахиль Гауза. Всю свою жизнь занимался, сознательную жизнь, так сказать, занимался взрослую только актерством. Вот, учился в Алматинском театральном училище, так как родился в Казахстане, потом эмигрировал в Россию в 90-х годах, вот окончил Иркутское театральное училище, потом работал более чем в 6 театрах по всей России, от севера, Вологда, Северодвинск, Архангельск, Омск и другие. Вот. И был после фестиваля приглашен Рахиль Гаузом в Москву в театр школы современной пьесы. Параллельно уже поступил на заочный курс режиссерского факультета у Рахиль Гауза и окончил его. В ГИТИСе 10 лет назад окончил. Вот. И работаю все 15 лет работаю в театре школы современной пьесы. За все время сыграл очень много, большое количество театральных у меня работ. Из крупных это Ромео, Макбет, Глумов, Дмитрий Карамазов. Вот. Ну и многие другие не так сильно известные работы. Вот. А в Москве все 15 лет усиленно снимался, естественно, и сыграл более чем в 100 работах. И крупных, и эпизодических, там около 120 работ. Вот. Умею играть на фортепиано, умею водить машину, рост 86, размер 58. Пока. Готов к сотрудничеству. Спасибо.